февраля в Одинцовском доме офицеров работает пункт приема гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Каждый день два десятка наших волонтеров формируют грузы с едой, одеждой, лекарствами, кормами для животных и многими другими вещами, которые сейчас жизненно необходимы людям на присоединенных территориях. За эти месяцы мы отвезли на Донбасс уже 120 тонн гуманитарного груза. С сентября волонтеры собирают помощь для военных частей и госпиталей. А с начала частичной мобилизации здесь формируют рюкзаки с дополнительной экипировкой для бойцов из Одинцовского округа. Мы собираем и отвозим для них сухие пайки, теплые вещи, аптечки, средства гигиены, инструменты. Все, что необходимо для выполнения поставленных задач. Это дополнительно к тому, что выдает Министерство обороны. Мы хотим, чтобы наши военнослужащие ни в чем не нуждались и думали только о прохождении службы. Инициативу по сбору гуманитарной помощи активно поддерживают предприниматели, волонтеры, депутаты, общественники и, конечно, все неравнодушные жители нашего округа. Ежедневно в центр помощи приносят теплую одежду и продукты питания. Список наиболее востребованных вещей опубликован на сайте «Волонтеры Московской области». Больше всего люди приносят, конечно, продукты, сладости, там, лапша быстрого приготовления, перчатки, теплое термобелье, постельное белье. Поддержать мобилизованных и жителей освобожденных территорий можно не только материально. Важна любая помощь. Если вы хотите принести в центр вещи или записаться в команду волонтеров, свяжитесь с координаторами по номеру телефона 8 916 489 1380 или приходите лично. Адрес: город Одинцово, улица Маршала Жукова, 26, дом офицеров. Елена Краева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».